Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Юмористка огорчила российских поклонников. Елена Степаненко сообщила, что шоу «Еще не вечер» не будет транслироваться на этой неделе. Артистка напомнила, что на эту пятницу выпадает День России, у телеканалов будет другая сетка вещания. «Пусть в этот день мы с вами не увидимся в эфире, но обязательно пообщаемся в Инстаграм», обратилась к поклонникам Елена Степаненко. Послание она сопроводила фотографией, сделанной на съемочной площадке. Знаменитость запечатлена на фоне большого экрана со своим изображением. Артистка позирует в белом топе, красном пиджаке, широких брюках и обуви на высоком каблуке. Известие об отмене шоу расстроило поклонников. Они признались, что с нетерпением ждали нового выпуска. «Очень жаль, что в эту пятницу шоу не будет. Мне так нравится ваша передача, Елена Григорьевна. Вы замечательная ведущая, низкий поклон», оставил комментарий один из пользователей. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.